В Тамбовской области продолжается работа по борьбе с преступлениями в отношении детей. Кроме того, руководство области старается повысить интерес подрастающего поколения к здоровому образу жизни и спорту. Первым вопросом стала работа по предупреждению и пресечению преступлений в отношении детей. За 9 месяцев на территории региона совершено 309 преступлений, по которым потерпевшими признаны 376 несовершеннолетних. Следующей важной темой стал вопрос формирования ценностей здорового образа жизни и реализация программы ГТО. К физкультуре стараются привлечь как можно больше детей, в том числе из неблагополучных семей. В области у нас сейчас более 40% из тех детей, которые находятся в социально опасном положении, они уже сдали нормативы ГТО. Непосредственно комиссии по делам несовершеннолетних они привлекают в центры тестирования. У нас в каждом муниципалитете есть центры тестирования, и они сдают нормы уже как все. Есть чем похвастаться Тамбовщине и на соревнованиях. Наши спортсмены завоевывают призовые места на всероссийских соревнованиях. Сейчас сборная Тамбовской области из 8 человек находится в Артеке и проходит тренировки по всем нормативам ГТО в преддверии нового чемпионата.